Приветствую вас, мои дорогие друзья! Уверена, что многие из вас уже успели обратить свое внимание на то, что стейкинг в мире криптовалют стал своего рода новым способом майнинга монет, только вот доступный, без каких-либо лишних затрат на оборудование и электричество, что, согласитесь, уже очень даже здорово. И как вы уже догадались, данное видео будет посвящено как раз именно такому стейблкоину, который называется Neutrino USD, или сокращенно USDN. Скажу сразу, что USDN – это децентрализованный стейблкоин, который был запущен еще в 2016 году на базе блокчейна Waves. Для тех же, кто не знает, то Waves – это надежный публичный блокчейн, который на минуточку еще ни разу не был взломан или остановлен. А это, как вы понимаете, заслуживает отдельного внимания. Возвращаясь же к теме стейкинга, можно смело сказать, что стейкинг является на текущий период времени чуть ли не самым идеальным вариантом пассивного дохода. Если бы, конечно, не волатильность криптовалютного рынка, которая вместо прибыли может ее у вас отобрать. Так, например, если взглянуть на таблицу статистики, то вы однозначно заметите, насколько сильно просели такие популярные стейблкоины, как Tezos, Cosmo, Kava и другие относительно USDN. Как видите, некоторые из них потеряли в цене больше 50%, что в свою очередь привело бы вас, как инвестора, вложившего в эти стейблкоины $10 000, к убыткам. Но есть в этой таблице, как говорится, и лучик надежды, который демонстрирует нам небольшой рост за трехмесячный период времени. Конечно, кто-то скажет, что это мало, однако лучше иметь небольшую прибыль, чем большие убытки. Таким образом, мы сейчас с вами лишний раз убедились в том, что отправлять в стейкинг такой стейблкоин, как USDN, безопасно. Более того, его годовой процент прибыли легко может достигнуть от 12 до 15% годовых. А это, я считаю, неплохо, учитывая тот факт, что ни один банк в мире не предложит вам таких условий. Именно поэтому данный стейблкоин привлек мое внимание. Ведь это единственный стейблкоин, который поддерживает стейкинг по умолчанию, так как данная функция заложена в него изначально на уровне своего алгоритма. Чего не скажешь о других стейблкоинах, которые либо не поддерживают стейкинг, либо наоборот поддерживают, но при этом страдают от волатильности, что в свою очередь дает Neutrino USD дополнительное преимущество. Так, например, в период с 1 июня по 20 июля 2020 года годовая процентная ставка выросла с 9 до 20%, и все благодаря росту цен на Waves. Но при чем тут Waves, спросите вы? И я отвечу, что несмотря на то, что Neutrino USD привязан к доллару США, и его цена будет всегда равна 1 доллару, все же он еще является и децентрализованным стейблкоином, который на все 100% обеспечен другим цифровым активом Waves. Таким образом, используя алгоритм консенсуса под названием LPOS, Waves позволяет своим пользователям сдавать в аренду свои монеты Waves и получать за это фиксированное вознаграждение в размере 6,5% в год. Однако во всех этих лизинговых вознаграждениях есть свои поправки, которые гласят, что доходность 6,5% в год распределяется только тем держателям USDN, которые стейкают свои монеты. Это, кстати, одна из самых главных причин, почему годовая доходность такая высокая. Более того, все лизинговые вознаграждения ежедневно переводятся с узла майнинга на смарт-контракт USDN и немедленно конвертируются в USDN по текущему курсу обмена Waves к USDN. Ну и это еще далеко не все. Ведь когда цена Waves растет, то долларовая стоимость залога увеличивается, даже если количество USDN в обращении остается прежним, и наоборот. Если цена Waves падает, то стоимость залога уменьшается, что приводит к уверенному дефициту, который в свою очередь запускает механизм стабилизации цен, где контракт выпускает специальные токены, которые пользователи могут купить по цене ниже 1 доллара и впоследствии обменять на USDN в соотношении 1 к 1. По сути, контракт взаимствует у пользователей ликвидность. Надеюсь, ход моих мыслей вы уловили, а если нет, то вы всегда можете получить более подробную информацию о стейблкоине через доступные официальные ресурсы, ссылки на которые я оставлю в описании под этим видео. А пока расскажу вам про еще один интересный факт, который сообщает нам о том, что последние пару месяцев количество USDN выросло почти на 2 миллиона. При этом большая часть новых монет все же еще не была отправлена в стейкинг. Таким образом, текущий процент в стейкинге снизился. При этом обращу ваше особое внимание на то, что весь этот процесс основан на смарт-контрактах, а значит, он автоматически является прозрачным и безопасным.
Тем более, что вам в любое время доступна как статистика дохода, так и вывод своих средств. Чего не скажешь о тех же банках, которые очень часто не работают по выходным. Одним словом, если же у вас есть какие-то вклады в банке, то вы легко их можете поместить в стейкинг без комиссий и получить от 12 до 15% годовой прибыли в стейблкоине. Однако, если же вы трейдер или инвестор и держите при этом свои USDT или же биткоины на бирже, то смело переводите их в USDN и зарабатывайте на стейкинге, ведь деньги должны делать деньги. Поэтому для наглядности давайте купим немного USDN прямо с карты. Для этого вам необходимо зайти в свою учетную запись на Waves Exchange. Если же ее у вас нет, то сделать ее вы сможете, перейдя по ссылке, указанной в описании. У меня же она есть, поэтому я сразу войду в свой личный кабинет. После чего перейду в раздел «Кошелек», где, как вы видите, вашему взору станут доступны много различных криптовалют, в том числе и USDN. Он-то нам как раз и нужен, поэтому наводим мышкой на ячейку карты в правом нижнем углу и нажимаем «Купить». После чего система раскроет перед нами окно, где мы сможем выбрать не только метод оплаты, монету, но и ввести сумму, желаемую для покупки. Я же выбираю способ оплаты с помощью банковской карты. Ввожу 30 USDN. И читаю справку, в которой написано, что комиссия составляет 0%. Но так будет не всегда, так как данный период, когда биржа берет на себя все комиссии, которые возникают при покупке USDN с карты, скоро закончится. Поэтому имейте это в виду. Что же касается оплаты, то, как вы видите, для этого мне понадобится счет в AdvoCash. На что я, кстати, хочу обратить ваше особое внимание. После чего листаем вниз и нажимаем «Купить USDN». Далее нас просят ввести email-адрес от нашего аккаунта в AdvoCash. Вводим и нажимаем «Продолжить». Заполняем данные своей банковской карты и жмем «Оплатить». Знакомимся с мерами безопасности и нажимаем «Продолжить». После чего нам останется ввести одноразовый код, который будет отправлен вам на телефон, и нажать «Отправить». Видим, что наш платеж в обработке, жмем «Продолжить». И по необходимости система для подтверждения платежа может потребовать от вас верифицировать свой платеж, ознакомиться с деталями которого вы сможете уже самостоятельно. Но скажу сразу, это лишь мера лишней безопасности, и в этом нет ничего сложного. Кстати, пока ждем зачисления нашей транзакции, расскажу вам, почему отправлять USDN в стейкинг лучше всего прямо на бирже Waves. Во-первых, это гибридная биржа. Во-вторых, она обладает всеми преимуществами DEX. В-третьих, имеет круглосуточную техническую поддержку. И в-четвертых, никогда не была взломана. Думаю, этих причин вам будет достаточно. А пока обращу ваше внимание, что наша сумма в 30 USDN монет уже зачислилась нам на биржу. И теперь я могу с чистой совестью отправить их в стейкинг. Для этого переходим в раздел «Инвестиции» и видим, что в рамках платформы доступно аж 3 разных варианта стейкинга. Но сейчас нас интересует больше стейкинг в USDN. Поэтому нажимаем «Сдать в стейкинг». После чего система нас автоматически перенаправила в доступное окно, где мы уже, имея на балансе вот такую сумму, можем отправить ее в стейкинг. Для этого нажимаем «Пополнить». Как видите, здесь мы можем выбрать желаемую сумму для пополнения, опираясь как на указанное значение 100, 500 или же максимум. Но так как списывать все я не могу, так как у меня не останется тогда монет для оплаты комиссии, то я введу сумму всего в 50 монет и нажимаю «Пополнить». Все, как видите, в стейкинге у меня теперь находится 50 монет. Ускорим немного время и посмотрим, что мне накапает за 2 дня. Как видите, на моем балансе уже появилось 2 дополнительных транзакции. Кто-то, конечно, скажет, что это очень мало, однако согласитесь, и сумма инвестиций в стейкинге у меня небольшая. В любом случае, это лучше, чем если бы ваши деньги просто лежали в вашем фиатном кошельке и обесценились день за днем. Поэтому, если вы хотите стабильно зарабатывать и при этом спокойно спать, не сидя из-за бешеных колебаний биткоина, то USDN – это именно то, что вам нужно. При этом, как видите, неважно, сколько у вас будет денег для этого, пусть это даже будет такая небольшая сумма, как и у меня. Ведь самое главное, исходя из всего этого, так это то, что вы можете начать зарабатывать уже прямо сейчас, так как для этого вам будет достаточно всего лишь перейти по указанным ссылкам в описании, зарегистрироваться, пополнить свой баланс и начать наблюдать за тем, как все работает, и вам начисляется ваша прибыль. Ну не круто ли? Спрошу я у вас. Напишите свое мнение на этот счет в комментариях. А пока благодарю вас за просмотр. Уверена, досмотрев это видео до конца, вы успели в голове сделать для себя кое-какие выводы. Поэтому подписывайтесь на мой канал,
Ставьте лайк и помните, мир куда интереснее, чем вам кажется.